Депутаты областного и районного маслихата вместе с заместителем акима Бурлинского района Мухтаром Нурмаковым провели проверку центральной котельной на предмет готовности к отопительному сезону. Всего на балансе ГКП Аксай-Жолу-Куат находится 46 котельных и центральных тепловых пунктов. Из них 20 в Аксае, 26 в сельских округах. Котел центрального отопления обеспечивает постоянным теплом многоквартирные многоэтажные жилые дома. Имеется 4 тепловых котла электрической мощностью 10 мегаватт. Устройства работают автоматически. Сейчас здесь работают 4 оператора. На сегодняшний день тепловые котлы ремонтируются. 75% работ выполнено. Тепло мы подадим 1 октября, как всегда, первый очередь мы подключим соцобъекты, остальное согласно температуре режима. В данное время у нас это идет капитальный ремонт котла 10-го микрорайона. Здесь произвели все работы. Сейчас с 10-го микрорайона мы подогрев горячего водоснабжения организовали, отсюда подаем. Руководитель предприятия рассказал депутатам о ремонтируемом водопроводе в 4-м, 5-м, 10-м микрорайонах и о том, что на Акбулакском водозаборе проводятся работы по модернизации. Подрядчики завершат ремонтные работы к осени. В основном все, 75% на сегодняшний день готово. К 1 сентября мы должны все полностью произвести опрыску, промывку сетей и паспорта готовности сдать управление энергетикой. Депутаты прибыли в отопительный пункт, расположенный в 10-м микрорайоне. Здесь имеются 2 тепловых котла по 6 мегаватт. Объект, обеспечивающий теплом жилые многоквартирные дома, а также школы, детские сады, коммерческие объекты в 10-м микрорайоне, готовится к отопительному сезону. Глава предприятия сообщил, что здесь проводится капитальный ремонт. Подписан контракт с ТО «Уралтех». Мы каждый год выезжаем в комиссию, у нас есть при маслихате есть постоянная комиссия, члены этой комиссии каждый год выезжают отопительным сезоном, проверять, какие работы ведутся, и нас готовность этой, значит, котельной. Мы сейчас были в этом центральном котельном были, после этого приехали, значит, 10-й микрорайон котельный. Здесь, там вроде бы нормально, здесь сейчас идет ремонтные работы, ведутся, они обещают вот этот ремонт сделать к концу августа. Они обещают к отопительному сезону все это сделать и вовремя подготовиться, значит, к отопительному сезону. С 10 августа начнутся опрессовка и промывка теплосетей. В ходе встречи депутаты говорили о предотвращении чрезвычайных ситуаций и кадровых вопросах. Майя Амирова, Жайнагуль Женгскзе, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».